I'm coming! Thank you.
Thank you.
lead back to Earth, but hundreds of years in the future. Портал, являющийся входом на эту планету, был средством передвижения в один конец, как мы обнаружили по прибытию сюда. Изначально мы принимали как само собой разумеющееся, что он работает как любая дверь, что мы сможем вернуться сквозь тот же портал, когда нам заблагорассудится. Но это оказалось ошибкой. Позже, к нашей огромной радости, мы в конце концов обнаружили второй портал, портал отправки, ведущий обратно домой. Эта система двух порталов была, надо признать, очень эффективной для транспортировочных целей. И мы развивали наше заселение соответственным образом, регулируя отправки в ту и в другую стороны по мере необходимости. Но чего мы сначала не знали, это потеря времени при передвижении сквозь портал. Хотя сам процесс транспортировки происходит очень быстро, течение времени на Земле и на этой планете не совпадают. Мы довольно скоро обнаружили, что неделя, проведенная здесь, равнялась месяцу по земному времени. Когда порталы вышли из строя, это несоответствие течения времени стало огромным. После того, как портал прибытия дал сбой и погибло так много людей, мы испугались воспользоваться порталом отправки для возвращения на Землю. Со временем мы стали видеть по другую сторону портала образы, которые мы не узнавали. Там были невероятные башнеобразные сооружения, гораздо высокотехнологичнее, чем когда-либо виденные нами. Некоторые верили, что портал перенастроился на планету, с которой прилетели его создатели. Но я-то знал правду. Образы, видимые в портале, были образами Земли, но Земли, ушедшей на столетия вперед в будущее. К несчастью, мы так никогда и не проверили наши гипотезы, учитывая совершенно нестабильные энергетические реакции портала. С большой вероятностью можно было предположить, что нас постигнет такая же трагическая участь, как наших товарищей.
As I understand, you've kept your wife on life support. It sounds like you haven't been able to let her go. Actually, I did it for her. I want to give her every chance to live again. Even if I'm not here. What will you miss most about Earth? Well, my wife, first of all, and Earth itself, all of it. She saw the beauty of this planet long before I did. You truly love her? Of course. And if you lose someone you love, even 20 light years probably isn't enough distance to make you stop missing them.